Итак, продолжается противостояние клуба «Сечпро» против спортсменов из Кыргызстана. Ломар Дадонов в синем углу, Николай Шахов в красном. Видимо, у Николая тейпы на левом колене и на левом плече. Это может свидетельствовать о каких-то травмах. Будем тоже иметь в виду. Для Шахобова это четвертый поединок в лиге Open FC. Три предыдущих поединка он выиграл. Это были бои против Руслана Беценаева на 7-м турнире, против Умида Агамирова на 11-м и Максима Данилова на 29-м турнире. Сейчас хорошая двойка от Дадонова. Для... здорово, Шахобов сконтрил своего оппонента. Для Дадонова это тоже не первое выступление в лиге. Это будет третий поединок. Дебютировал он на турнире ОФС-20, проиграл Никите Подковальникову, кстати, одноклубнику Николая Шахобова. Далее на 27-м турнире был поединок с Андреем Одинцовым, который завершился no contest, то есть безрезультатно из-за тычка в глаз. Смотря на профессиональный рекорд Дадонова, можно отметить, что 5 его побед были одержаны нокаутами. Одна были либо удушающим приемом, причем все 6 поражений Дадонова были также приемами. То есть он явно более акцентирован на ударную технику атакующую, и слабой его стороной является защита от сабмишнов. Хороший сейчас левый прямой в исполнении Дадонова. Жестко, раз за разом с левой руки своей силовой он наносит удары. У Шахобова 5 побед были одержаны нокаутами и лишь одна сабмишном. И Дадонов переводит поединок в партер. Поджимает он сейчас. Хороший правый локоть. Но колено в ответ тоже классное от Шахобова. Завязали спортсмены в клинче. И переводит Шахобов в партер своего оппонента. Посмотрим, удастся ли ему сыграть на слабых сторонах Дадонова, о которых я говорил вам буквально минуту назад. Но пока не удается как-то улучшить свою позицию или нанести урон Шахову. Садится он в позицию маунта. Дадонов пока выжидает. Попытка смастить. Неудачная была. Слышу подсказки из угла Шахобова, чтобы он локтями удар наносил. Несколько ударов. По-моему, там рассечение, по-моему, какое-то появилось. Кровь, видим, мы на конвасе. Я слышу подсказки. Что надо наносить удары локтями из маунта. Оторвался Шахобов, нанес несколько ударов, но потом Дадонов вновь прижимал своего соперника к себе. Еще хороший локоть. 35 секунд есть у Шахова, если он попытается взорваться и закончить поединок досрочно. В принципе, вполне достаточно времени. И мостом вышел из плохой позиции Дадонов. Но Шахобов вновь близок к тому, чтобы забрать спину. Не получилось зафиксироваться, законтролировать. Видим мы, что начинает заплывать уже левый глаз Дадонова.
И ваша потеря! Так начинается второй раунд. Шахобов в стойке правши, Дадонов в стойке левши. И слышали мы в перерыве подсказки из угла Шахобова о том, что внимательно надо следить за левой бьющей рукой Дадонова и заходить за переднюю ногу оппонента. Попал Шахобов. Пытается взорваться, забрать этот поединок. Несколько жестких попаданий поджал оппонента к сетке. Да, весело. Начало второго раунда. Шахобов здорово подсел под удары, но не... Нет, все-таки получилось через корпус перевести оппонента. И полно у него сейчас времени для работы в партере. Поставил колено на живот Дадонов. Почти ушел с этой позиции, но Шахобов зафиксировал его все-таки. Хорошая креветка в исполнении Дадонова. Много пространства он создал себе, но Шахобов здорово вернулся в доминирующую позицию. Попробуй левым коленом корпус. Лево. Оттяни ногу левую и ударь. Левым коленом оттянись в пузо. Вот он, только левым. Умница, еще лучше. Коля, только левым коленом. Смотри, отдает корпус. Да. Еще колено в корпус. Да, ему потишка. Вот туда. Правое предплечье, левое колено. Правое предплечье, левое колено. Оттянулся, ударил. Вот она, да. Вот. Попробуй распятие забери. Через миску. Потихонечку разбивает Шахобов. Эльмар Дадонов в партере. Хорошо контролирует позиции. И пытается забрать так называемую позицию распятия. Но не стал он зацикливаться на ней. Перешел в позицию сверху, в позицию маунта. Из нее в конце первого раунда он достаточно много урона нанес. Дадонов поворачивается боком, отдает спину. Шахобов слетел с хорошей позиции, но вновь заправляет он одну ногу. Толкни его чуть вперед. Вперед толкни. Вот, на предплечье. Отлично, Коля, все четко. Очень круто. Не сваливайся. Ближе к тазу не вниз. Заправляет Шахову вторую ногу. Здорово. Хорошая эта позиция. Хорош. Коля, найди его предплечье. Побери. Ищет. Ух, Дадонов здорово сориентировался в ситуации. Оказывается, теперь он в позиции сверху. 2 минуты до конца второго раунда. Правое колено попробуй к сетке поставить. Левым крючком подними его и правое колено. И правое колено туда к сетке быстро. Хлоп. Попробуй через сетку. Пока обозначает свою активность в партере Эльмар Дадонов. Несколько ударов таких неамплитудных по корпусу.
слышим мы, что Вячеслав Киселев хотел больше экшена в партере. Поднимается Шахов в стойку. Дадонов забирает середину клетки, поджимает своего оппонента и сам пошел в ноги. Шахов грамотно защищался, развернул оппонента к сетке. И сам сейчас наверняка будет пытаться второй тейкдаун в раунде оформить. У него на это есть еще целая минута. Проход в одну ногу. Посадил все-таки Шахова в Дадонова. Такой очень важный, конечно, тейкдаун. Колено на животе. Знаем мы, что так сильно выжимает это колено силы из оппонента. И за 10 секунд до конца выпрямляющий начинающий разбивать его. Концовочку забираем активно. Левое колено в корпус. Хороший короткий правый локоть в исполнении Шахову. Левое колено в корпус, правый локоть в голову. Низ Шахову сабмишены никакие. Видно, что план в партере его нацелен только на контроль позиции и на добивание. А вот и, возможно, попытку удушающего через руку. Но не закрыл. Так, третий раунд. Дадонов вновь в середине. Видно, что заряжает он свою левую руку. Шахов вяжется в клинч, поджимает оппонента к сетке. Не получилось совершить перевод с первой попытки. В обоюдном сейчас захват находит спортсмена. Попытался Дадонов развернуть оппонента к сетке, но закончилось тем, что Шахобов вновь контролирует его у сетки. Попытка посадки в одну ногу. Удачно, но соперник еще... Все, соперник полностью оказался на спине. Шахобов в положении бокового контроля. Капа у кого-то из спортсменов вылетела. Вячеслав Киселев вернул ее на место. Колено на животе. Забегает за спину. Что не удается Шахову занять хорошую позицию. Остается он за спиной, но без каких-то ударов. Да и Дадонов, с другой стороны, не предпринимает попыток уйти. Поэтому в таком положении уже
секунд 20 находятся спортсмены. Здорово, попытался кувырком вывести Дадонов, но Шахобов очень грамотно прочувствовал этот момент и оказывается в положении сверху опять. 2,5 минуты до конца поединка. Предпринимает Дадонов попытку встать. Возможно, какой-то выкрик от Шахобова был. Здорово, здорово. Сейчас сконтрил он проход Дадонова. Оказывается, вновь в положении сверху. Вылетает вновь капа у Дадонова. Хорошее колено. Сдается Дадонов от ударов коленом по корпусу, по ребрам. Вот это да! Три минуты и 42 секунды заключительного третьего раунда. Техническим нокаутом победу одержал Николай Шахобов! Санкт-Петербург, Россия. Слово победителю. Самара, добрый вечер. Я рад снова появиться здесь, на OpenFC. Самара, кайфовый город. Погода, правда, такая себе была. Чего я хотел? У нашего главного менеджера, основателя нашего клуба Николая Дедика сегодня день рождения. Спасибо за ваш вклад, за вашу... То, что даете нам возможность выступать молодым парням. Спасибо огромное, поздравляем вас с днем рождения. Всем спасибо, Самара! Присоединяюсь к поздравлениям Николая Дедика с днем рождения. Николай Шахобов!